Знаешь, что в крипте ты можешь хранить деньги не только на бирже? Когда ты держишь деньги на бирже, то они принадлежат не тебе, а принадлежат бирже. У тебя есть всего лишь циферки в твоем приложении. Ты можешь перевести деньги на горячий или холодный кошелек. Они отличаются степенью своей безопасности, но в таком случае деньги принадлежат тебе. В чем их различие, расскажу тебе в следующих видео.